Я забыл метро, пальто, не свое, невесты. Мы работники столичных справочных бюро. Мы работаем отлично, людям делаем добро. Катюша, слушай, Катенька, помощь нам нужна твоя, выслушай внимательно. Есть в Варшаве гражданин, он не поляк, он русский. Скажите, где купить в отеле детские игрушки? Где в Москве кафе «Сирень»? А где сейчас «Утесов»? И там, поверьте, целый день тысячи вопросов. Целый день звонки, звонки, еле успеваем. Как проехать Лужники, метро или трамваем? Когда играет марарат, московская торпеда.